изделий, да, на двух этих станках с ЧПУ. На соседних. Небольшие, а детали тоже прорабатывают. Это шток на клапан 21-215-015 изделие, так называемая иголка. Кольцо 002. Тоже закладные детали на стальную арматуру, на ЗКС-ку. Задвижка стальная, компактная, на давлением до 160 атмосфер. От 16 до 160 атмосфер. Цельный этап. Получаем заготовку, штамповку, порезку там 17-го цеха, других цехов. Первое, что делаем, базовые операции. Вот, протачиваем детали для того, чтобы их можно было обрабатывать на станках числовым программным управлением. И потом, согласно маршрута, эти детали идут на изготовление, на мехобработку. Два механических участка. Участок корпусных деталей и участок закладных деталей. После этого мехобработки детали поступают на сборочный участок. Приходят детали после изготовления на мехобработке, приходят на сборочный участок. На вот этого стола зачистка, маркировка. Сортировка этих деталей поступает уже непосредственно на сборочный участок. Подгонка корпусных изделий, комплектующих, непосредственная сборка. Здесь у нас работают кадры опытные, коллектив состоявшийся. Есть молодые люди, есть старшего возраста. Испытываю то, забираем и поступают на испытательный участок. На участок на двух стендах соответствующих подземления испытывается. Вот это готовая продукция комплектовки. После испытания. Какими методами вы испытываете? Испытываем высоким давлением воздуха. Воду. Можем испытывать на воду. Разработана на каждое изделие своя технология. Испытываем на прочность и на плотность затвора всех соединений. Каждое изделие свой процесс. Одно из самых мелких, так называемая иголка 15-го прохода. Живу 15 условный проход. А там стоят уже испытанные клапана, проход БУ 80-50. Изделия, которые красятся, те, которые не красятся, комплектуем соответствующие технологии. Упаковываем ящики или укладываем в поддоны и отправляем на складку.